Спасибо большое, что пришли. Я очень рад сам, что я здесь очутился именно сегодня, потому что же это старая, добрая шоколадная фабрика, но уже в новом месте. Это мой первый в жизни концерт в Кремле. Друзья, я так счастлив, я так рад. Это, наверное, не наверное, а наверняка именно в поддержку проекта, который я со своей командой единомышленников затеял на портале Планета.ру. Это единственный концерт в Москве будет именно в рамках этого проекта. Поэтому спасибо всем большое и искренне. Кончался этот день, сломали стрелки у часов, закрыли двери на засов, тела доверили воде. Ветер за окнами низко деревья клонил, медленной каплей стекала из крана вода. В клинике нервной, куда наш герой угодил, опытный врач молодому коллеге сказал: бегство в детство. Бегство в детство. Друзья, спасибо, что поучаствовали в проекте «Иваново детство» на портале Планета.ру. Спасибо вам, что собираетесь принять участие в этом проекте. Спасибо всем, кто видел эту трансляцию, кто участвовал в нашем общем концерте в клубе «Шоколадная фабрика» в московском, в этом измайловском Кремле, откуда сейчас я вам все это и рассказываю. Спасибо. Я надеюсь, что мы с вами вместе реализуем все и запишем первый дебютный альбом «Иваново детство». Пока.